Я ищу свою дочь, ее зовут Даша. Здесь я ее оставил одну. Вот, она пропала. Простите. Я до сих пор не могу найти ее. А вот ты, Серега, как доктор-то кончился, был хирург, да и весь вышел. Давай мы вот этих медведей, которых ты клиенту обещала, отдадим, а Любомиру твоему привезем мои. Это тема. Я мужа только что похоронила. Если слушаться не будешь в детдом, а будешь... Буду. Что? Буду. На этом барахле быстро не поднимешься, если вообще поднимешься. А на чем поднимешься? Ясное дело. На наркоте, оружие и бабах. Че, малый, понравился медведь? Угу. Держи. Спасибо. Ну, он теперь с нами будет жить. Вот это моя семья. Познакомься. Смотри. Даш, если ты меня слышишь, верь мне, пожалуйста. Я тебя обязательно найду, слышишь? Обязательно найду. Сказать о пожаре в автосервисе. А правда ли, что МВД задержала партию контрабанды? Что вы можете сказать по поводу публикации о пропадающих людях? Без комментариев. Город в городе, гримаса на лице оскал Востока. Человеческая масса нескончаемым потоком. Упакованные тюками, сотни тысяч косых судит, одноразовые люди. Кто-то верит, кто-то любит. Государство в государстве, город спрут, город ловушка. Иноземные подарки от рабов с виском на мушке. Видно, любят жесткий климат, пилигримы теплых стран. Одноразовые люди. Кто-то здесь, а кто-то там. Привет. Заходи. Привет. Да я на минутку. Чисто. Заходи, заходи. Проведать тебя забежал. Слушай, вот мама пирожков тебе напекла к чаю. Чайку попьем. Вкусные, обалдеть. Спасибо. Положи, положи на стол. Скажи, а ты чего это? Рубашки Витькины гладишь? Да. Ну ты даешь. А теперь ты зачем? А тебе какое дело? Хочу и глажу. Сначала похорони кого-нибудь, а потом вопросы задавай. Если на тебя вообще останутся. Чего вообще от меня надо? Чего надо-то? А? Прости. Тебе, конечно, виднее, но по мне так... Лучше эти рубашки, не знаю, раздать кому-нибудь или
просто выкинуть. Так зачем? Ну, не знаю. Все так делают. Может, чтобы не зацикливаться просто. Не думать об этом. Дальше жить. Не, я могу не гладить, конечно. Даже выкинуть могу. Только от этого думать о том, что Вити больше нет, кем он был, я же не перестану. Толя, а чего друга своего не защищаешь? Ну давай, скажи что-нибудь. Типа не парься, да все нормально, он нормальным пацаном был. Не парься, Катюх. Ну давай, Вить. Толя. Катенька, видишь ли, солнышко, я бы, конечно, мог тебе все это сказать, но я просто видел, как у него на руках девчонка истекла кровью. Сейчас замолчу просто. И... Иду. Иду, иду. Иди ж тут. О, Лилька, привет! Доставка медведей, как в сказке. Как-то Мишутка увидел в своей кроватке Машеньку и говорит, гаси свет, говорит, пора действовать. Вот тебе все, прям 20 медведей, прям как с куста. Танька, вот. Ты человек, а? Не подвела, ух. Спасибо тебе. Так, ты знаешь, за спасибо сейчас даже в рожу не получишь. Слушай, извини, я сплю. Спи. Видишь, такой сон. Давай. Так. О, Лилька, ты человек, спасибо. Итак. Так. Ты чё? Ты чё, обкурился, что ли? Киев! Мой племянник умирает, твоя работа! Катин, отпусти меня! Ты чё, обкурился? Ты что принял? Если мальчик умрет, тебе не жить. Ну, как она? Что она? Ну, как, сон? Не дай бог.
врагу не пожелаешь. Да, мне тоже наснились кошмарики. Слушай, ты мне сейчас лапшу-то на уши не вешай, ладно? Ты почему не в школе? Да я просто не хотела сбудить, поэтому собирался медленно. Ну, чтобы не опоздать, я тебя и провожу. Я не маленький, я сам дойду. Надо, Федя. Надо. Плюс это по дороге на мою работу. Отравила ребенка, сука! Гиви, я не знала, Гиви, я честно. Что, умер? Убери ее, каждую секунду, дорогая. Убери ее. Гиви, уведи все. Я не виновата, честно. А кто виноват? Лили, иди помоги. Да. Что? Что делать? Массаж сердца будешь делать. Я не умею. Я тебя научу, давай, руку. Я не руку. Умею. Здесь нельзя. Мертвый здесь нельзя. За проблем не надо. Что? Все. Пульс есть. Ну, а что ты там интересного увидел, а? Уже 10 минут сидишь. У тебя весь рынок перед глазами, а ты уставился в одно место. Не буду говорить, какое. Надо смотреть места наибольшего скопления людей, потому что именно там произойти может в любой момент все что угодно. А если произойдет, то ничего хорошего не жди. Понятно? А как смотреть? Почти все сломано. Это придут, починят то, что сломано. Ты смотри туда, где видно, вот где работает. Ну вот. Я вижу, ты по-хорошему никак не хочешь понимать. Давай, иди, осваивай территорию. Нефиг тут штаны просиживать. А сюда Петьку позовешь, пусть он сидит, смотрит. Нечего штаны просиживать, лучше их прогуливать. Штаны на территорию шагом марш. А где Толик-то? А тебе зачем? Ну как, его смена, хотел с ним познакомиться. Ну все, хорош, базари. Давай, иди, работай. Понятно. Медведи, наркотики, Гиви, я не могу поверить до сих пор-то. Так, я знаю, тебе медведя Любомир дал? Да он не то чтобы дал, он просто... Да не может быть, понимаешь, не может быть, чтобы... Что Любомир... не может? Ты же сама сказала. Он тебе велел не торговать медведями. Да. Так? Значит, он решил сам наркотой торговать, но без тебя. Я Тарану все скажу. Ты в общежитии все плохо устроила. Дзен, я прошу тебя, стой, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, ты видишь, у меня самую бошку срывает. Ну, не говори пока ничего. Мы разберемся, что делать. Я пока... Я скажу, что делать. У ребенка сильное отравление, надо проводить детоксикацию. Это можно сделать только в больнице. Не надо никакой больницы. Доктор, помоги здесь. Да чем я здесь-то помогу? Нет, его надо в стационар. Ребят, нет. Слушай, ну тебе же здесь помогли, тебя же вычистили. Нашелся какой китайский шаман. Зачем так говоришь? Лаоси не шаман, любую болезнь лечит. Хороший доктор. Дзен, стой. А ты приведи его сюда. Китаец китайцу не откажет. 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 Деньги надо. Много деньги. Сереж, тебе помог Лаоси? Помог. Дзен, я прошу тебя. Я найду деньги. Веди нас к нему, пожалуйста. Yeah.
Вот, отдай. Ну, ты хватаешь. Хорошо, я тебя по-хорошему прошу. Просто отдай шлёк, ладно, ручки. Новая куртка порвёшь. Что я взяла? Все видели в магазине. Я по-хорошему тебя прошу. Твой кошелёк, я по-хорошему тебя прошу. Отдай, ну где он? Я не брала ничего. Ну, не ври, я видела. Ну, мы пойдем в магазин, тебя отведу. Там все видели это, что ты... Я не был. Помоги, пожалуйста, она кошелёк мне стянула. Ничего не знаю, ничего не видела вообще. В первый раз слышу, какой кошелек. Да мне деньги не нужны, там обручальное кольцо было. Я его просто сняла, у меня пальцы отекать стали. Я понимаешь, не знаю, вообще ничего не... я мимо шла. Да это Витя на память, понимаешь, отдай по-хорошему. Витю она вспомнила. Скорее бы ты забыла убийцу этого. В аду бы он горел, твой Витя. Тихо. Ну, Настя, здесь пощупай, все, пощупай. Все, хватит, понравилась все. Девочка, все. Да? Нет там ничего, нету. Их вы. Честная девушка, хотели грязи облить, да? На. Слушай, может, ты дома оставила или... парикмахерская. Она его скинула же кому-то просто. Ладно, я посмотрю, что можно сделать. Пойдем, я тебя провожу заодно. Кое-что спрошу. Кое-что. О чем? Да я хочу выяснить кое-что. А без меня выясни, ладно. Мне не надо провожать, я сама дойду. Егор, Вась, будем знакомы? Будем. Че там такое, проблемы? Да нет никаких проблем. Это хорошо, когда проблем нет. А если возникнут, ты ко мне обращайся. Я тут как раз поставлю, чтобы все-все вопросы разруливать. Так уж и все. Сам увидишь. Жалко Катьку, хорошая девка. Рожать это наверняка будет. Эхо, а кто это у нас вернулся? Кажи, бабисера. Ало, всичко е в мен. Ще ти ги донеса сега. Айде, готви кинтите. Чао. Мишка, мишка. Где твоя начинка, а? Пойдем как-нибудь на днях. Пообедаем. Спасибо, Вася. Но мне некогда. Работа выше крыши. Эй, ты вообще что ли не ешь? Не, ну почему? Так, на работе перехвачу какую-нибудь дрянь, кипятком залью. Ну классно, ты же от этой китайской фигни можно мокрой стать. Ну я же почти такая, да. Это, ну, пошли по-человечески как-нибудь, поели бы, там, пообщались. Вася, ты же мне сам работу завалил. Не продохнешь. Так что про примерочку не забудь. Не забуду. Вообще ни про что не забываю. Пашка, пивка прихвати. Ты что здесь делаешь, а? А школа? Пивком, значит, балуешься? А Егор думает, что... Да твой Егор такой и думает, блин, как меня отколотить. Ты что несешь?
Ты даже не знаешь, какой он меня дубасит. Ремнем. Дим, только скажи, что нам нужно. Срочно, пожалуйста. Говорит, нельзя, Лауша занят. Что значит занят? Чувак, что значит занят? Вот он сидит, спит же. Что он посреди дня спит? Это тело. Душа его далеко. Лауша общается с Буддой. Какой нахрен душа далеко? Ты что, сколько он будет общаться? Объясни. У нас ребенок погибает, понимаешь? Сколько он может общаться? Он может 5 минут общаться, а может 5 дней. Кто не знает. Нет, 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 так не пойдет. Объясни ему, слышишь? Нам вот эта китайская хрень не пойдет. Не знаю, звони там, пиши его душе, верни его, понимаешь? Верни, чувак, нам нужно вернуть ребенка, потому что ему плохо. Да ну тебе в жопу. Лили, стой, стой, стой. Если человека из транса неправильно вывести, знаешь, что можно натворить? Ничего, я сейчас это, потихоньку. Усэн. Сереж, что с ним, а? 19. 20. У нас как в аптеке. Да. Люба, ты смелый парень. Не ожидал? И когда я получу награду за смелость? Ну, я тебя хоть раз кинул. Ни разу, но все когда-то делается в первый раз. Ага. На здоровье. Говоришь, на здоровье. Люба, ты кого обмануть хочешь, а? Сука. Лилька. Успокойтесь, нет, хорошей жизни рискуем. Все. Они говорят, нельзя. Доктор может не вернуться. Ничего, если доктор вернется, скажи ему, пусть валится на меня. Говорил, он болит. Ну, Господи, помоги. Все по 100. Здорово, красавица. Как бизнес? Слушай, прости, я сразу тебе поверила. А ведь все, как ты обещала. Вернулся, прощения попросил. Дай бог тебе здоровья. А ты? А что я? Он вернулся, ты простила. Нет, ну он же не просто нагулялся и вернулся. Он же меня замуж зовет. Ой, а ты уж развесила. Учишь вас, учишь. Ладно, будет время, раскину на картах, что они про свадьбу говорят. Мадам, вот, по 100 рублей. Черные глаза. Да ладно тебе, Вася, чисто мой. С ума, что ли, сошел? Еду с тобой пойти обедать. Вася, ну ты что, больно? Че, с ума сошел? Да ты еще не знаешь, что такое больно. Не хочешь по-хорошему, будем по-плохому. Вася, ты что, давай, давай, с ума сошел? Вася, ну, перестань. Не брала, а? Как тебе после этого можно верить, да? Это не тот кошелек. А, значит, не только у Кати взяла. Молодец, что признаешься. Я признаюсь, да никогда такого не было, чтобы я признавалась. Ты поняла меня? Не дождешься. Ну, завидуя милицейскому эксперту, будет любоваться отпечатком твоих замечательных пальчиков. Слушай, подожди, 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 дорогой. Давай договоримся, а? Я много для тебя хорошего могу сделать. Ты понимаешь, у меня болезнь такая, клептомания называется. Я вот... Тырю все, что вот не так лежит. Зачем я это сейчас у тебя взяла? Я даже и писать-то толком не умею. Так, ладно. Что с тебя взять? Отдашь Катин кошелек и гуляй, пока я добрый. Поняла? А откуда у меня Катин кошелек? Ты что, с ума сошел, чтобы я со строгом в кармане бродила? Нет у меня ничего. Хотя подожди, у меня осталось кое-что. Сейчас. Вот, на.
Вот спасибо. Вот Катя-то обрадуется, а? Я могу и тебя обрадовать. Че еще стырила? Да я не о том. Я просто вижу, что на душе у тебя черным-черно. Ой, ладно, слушай, найди того, кто верит во все эти бредни, вот ему и рассказывай, видит. Вот доктор тоже не поверил, у которого дочку украли. А я вижу, что в живых ее нет. Ну еще бы, ее похоронили. Да, похоронили, только не ее. Слушай, ладно, все, гуляй. И заруби себе на носу. Я за тобой слежу, пока не отучу тебя от этой самой болезни, поняла? Не будешь ты за мной следить. Не до того тебе будет. Вот хочешь верь, хочешь нет, я цыганка, но я вижу больше, чем другие. Не про меня. Я знаю, чем ты будешь занят. Ты найдешь его. Убийцу найдешь. Ты откуда его знаешь? Да так, медитировали вместе. И чё? Я жив. Чё тебе еще сказать? Ребенок, как чё думаешь? Да чтоб я не думал толку-то. Здесь же не только доктор, но и больной важен. Захочет жить. Чёрт знает, откуда может выбраться. А не захочет, хоть всех лучших врачей собери. Серёж, он чё, умер, что ли? Погром жизни буду должна, слышишь? Если что надо, Лилька сдохнет, но сделай. Лиля, надо жить. А Кати нет. А ты откуда знаешь? Я с трех раз догадаюсь. Мне девчонки сказали, у нее глаз заболел, она отдохнуть пошла. А ты чего не делал? Тебе с двух раз догадаюсь. Постричься хотел. Понятно. А почему именно у Кати? Ты что, следаком что заделался, а? Да просто мне тут устраиваешь. Да нет, не следаком. Просто переживаю за нее. Ей и так в последнее время не сладко. Не хочу, чтобы вокруг нее посторонние крутились. Ну, по поводу посторонних ты не волнуйся. Я ей колечко принес. Она потеряла, понимаешь? Сильно расстроена была. Потеряла? А ты нашел? Ну да. Получается так. Только правильнее сказать, отбил. Ну так давай я передам. А че тебе напрягаться-то? Я отбил. Я ей отдам. Вася, подожди. Чуть-чуть, подожди, давай еще раз. Подожди, еще раз. Ну ладно, не переживай ты так. Со всеми мужиками такое случается. А? Сколько знаешь, всех мужиков перепробовала? Всех, не всех. Но кое-что я в этом деле понимаю. Ладно. Проехали. Держи. Вот тебя. Туалет. Король, твоя взята. Смотри, только подумаешь, не то, что скажешь. Подумаешь кому-то сказать, на морде такой перебор будет. Вась, ты что, меня первый день знаешь, что ли? Мне пока жить не надоело. Смотрю, соображаешь.
Чего вам бабам надо? Ну, за всех баб я сказать не могу. Все бабы разные. И мужики все разные, по-другому совершенно устроены. Вот живет мужик. Молодой, красивый, при бабках. Уж думаешь, живи себе в свое удовольствие. Чего же не живется-то? Нет. Нашел себе такую бабу, что на нее высморкаться и то стрёмно. Весь рынок переживает, что он в этой Ольге нашел. Ты думаешь, с кем разговариваешь? А я думаю, Вася. Я думаю. Если бы я не думала, я бы с тобой вообще не разговаривала, понял? Жалко мне тебя. И обидно, Вася. Ты в этой Ольге души не чаешь. Она в этом своем солдатике, он. Да дышаться над ним не может. Не дышать перестанет. Я уже в ее землю закопаю. Сгноим. Чего? Сгноишь? И что ты думаешь, ты правильно сделаешь? Фигушки, Вась. Сгноить перестанет. Это только на руку ей. Неужели ты до сих пор не понял Ольгу-то свою? Да ее хлебом не корми, дай только пожалеть кого-нибудь. Понимаешь? Мне-то что делать? Ну, есть кое-какие мысли. Могу подсказать. Да, да. Ну, если ты потом... Получится, попроще, что хочешь. Давай. Получится, Вася. Получится. Короче, Леська заходила, тобой интересовалась. Походу, к тебе дышит неровно. Слушай, ты лови момент. Она девушка-то хорошая. Хорошая? Хорошая. Ай. Ай. Чего? За мониторами следи. Чё? Да слежу я. И не отвлекайся. Я... А ты чего пришел? У тебя что там, на территории дел мало? Так я на минутку зашел, чаек только попить, и все. После работы будешь пить чай, понятно? Хоть лопни. И все, все, бардак закончили. Теперь я за вами буду следить. За каждую провинность буду штрафовать. На первый раз штрафую, а на второй раз увольняю, вот так. А третий расстрел. Ну ты... Ты шутин. Ну ты у меня еще на испытательном сроке пока. А личные дела будешь решать или до, или после работы. Слушай, что он, а? Кто... Кто его укусил? А? Ты... Черт меня дернул сказать про Леську. Он-то к ней давно уже к линии подбивает. А она? Да она вообще на него внимания не обращает. Так, вот он и бесится. Эта тема ему как серпом по молоту. Ну, тогда я к Лесе, я после работы зайду тогда. Ты, главное, как шеф сказал, до или после. Но не во время. Я так не пугалась никогда. Я думала, что если этот пацан умрет, я просто... Я нам хана. Я думала, этого не переживу, понимаешь? Ты все себе... Да, себе, любимый. Как раз подумал, как этот мальчишка теперь жить будет. Думаешь, это все бесследно проходит? Отравление, остановка сердца. А как героин в детской игрушке оказался, тебе не интересно? Интересно, я думала об этом. Я просто не представляю. Надеюсь, Любомир придет и расскажет все, как это было. Слушай, объясни, а чего ты здесь делаешь? Зачем? Что ты на этом рынке забыл-то, господи? А где? Не знаю, мало ли. Ну, ты делаешь, что мало. Ладно, ты что ты пургу несешь? Молодой, красивый, неужели ты себя будешь хоронить здесь? Вот помяни мое слово, мы еще будем богатыми, счастливыми, ты и я. И много денег у нас будет. Богатым и счастливым? Да. А если просто счастливым? Нет уж, спасибо, я этого дерьма наелась. Без денег нет. Вот срубим бабок с Любомиром, мы уедем отсюда и забуду я про этот рынок. Просто пока про страшный сон. Любушка.
мире счастья нет. Вот от кого, от тебя я такого не ожидала, Егор. Подожди, что ты не ждала, что-то не врубаюсь. Сядь, положи на место, это все-таки холодное оружие. Положи. Молодец. Избил ребенка и шутки шутишь, да? Подожди, это что, тебе Пашка все рассказал? Да, Пашка все рассказал. Что он мимо тебя и пройти не может, как ты ему либо под затыльник, либо по заднице даешь. Госпожа судья, виновен, но заслуживаю снисхождения. Нет, не заслуживаешь. Потому что подонки не заслуживают снисхождения. И пощады они тоже не заслуживают. А так поступают только подонки. И амнистия на них не распространяется. Нет, не распространяется. Хорошо. Ты куда? Да пойду Пашке на самом деле по голове настучу, а то, знаешь, как-то обидно выслушивать вот на пустом месте вот это вот все. Нет, сиди. Взрослый человек называется. Я знаю, Пашка не подарок, но так нельзя, он так не исправится. Я не знаю, я воспитательницей в детском саду не работал, а Пашку за все это время я даже пальцем не тронул, хотя знаешь, как хотелось. Жена все говорила, давай подождем с ребенком, квартиру получим. Обещали, ну. А потом родительская освободилась. Мама умерла, сестра умерла. Вот рожай не хочу, а у нас что-то с ней. Умерло у нас с ней что-то. Жалко. Жалко. Лезь. Ты не подумай, а, что я жилетку тебе плачусь. Я просто говорю, что у меня родительского-то опыта вообще нет, понимаешь? Да, ладно, все, забудь. Я тебе помогать буду, пока Пашкина мама не поправится. Вдвоем-то легче. Ну да. И будем мы его лупить в четыре руки и в четыре ноги. Только ты... Пашке ничего не говори, ладно? А то он на меня разозлится. Хорошо. А ты мне тогда скажешь, где живет парикмахерша Катя? Это тебе зачем? А я Пашке тогда расскажу. Вот что скажешь, проклятый. Ладно, запоминай. Да я вижу, как ты разберешься. Подожди, все. Все хорошо. Все хорошо. Точно? Да. Да. Ты в порядке? Да. Все хорошо. Спасибо. Извини. Ты иди. Иди. Хорошо. Всегда все с душой до тебя. А ты что мне за это сделала? К смерти приговорила? Ты же видела, сколько там было порошка. Это все чужое. Мне надо было только взять и отдать хозяину. Просто отдать. Да, потому что не в одном медведе это было. 20 медведей. Все под завязку забиты. Деньги такие, что страшно подумать. Люба, я оптовика нашла и я ему все слила. Я тебя просил. Медведев не трогай. У меня свой покупатель на них. Свой. Любочка, я просто он в три раза давал. Я думала, что твой сольется, а этот верняк и просто... Я... Тройная цена. Грибы нам тоже по тройной цене теперь заказывать, да? Я все исправлю. Что ты исправишь? Я все исправлю. Я найду. Я сейчас найду его. Телефон у меня.
Гоша, Гоша, где же он? Как Гоша? Гоша, теперь точно крандес. Я его по злобе стер. Ты не его стер. Ты нас стер. Привет. Не бойся, меня на минутку. Дай мне руку. Ну вот и все. Так. Подожди. Пришел, проходи. Садись, садись. Ты много, Егор? Все время про эту цыганку жалеешь. Может, она была. Правда, может, лучше такого мужа забыть. Чем быстрее, тем лучше. Конечно, тебе решать, но... Но мне кажется, Виктора подставили. Понимаешь, когда я там дома вел это дело, я связался со спецами и попросил сделать психологический портрет преступника. Ну вот, ну Виктор, ну категорически не подходит под это описание. Господи, Гарил. Гражданин Христич, вот постановление на обыск. Лезяев, понятые, входите. Раскидаем все по мелким дилерам и концы в воду. Никто никогда не найдет. Осторожней, Гоча. Осторожней, не просыпай. Это же бабки. Это же деньги на ветер выбрасывать. Тихо, 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 тихо. У тебя откуда руки растут? Тихонько. О, доктор, проходи, проходи, тебе тоже доля достанется. Так, а Лильке скажем, что все в сортир спустили. Ну, да хорошо. Врать не придется. Профессор, ты не оборзел? Все себе забрать хочешь? Гиви, он же спас твоего племянника. Помолчи, женщина. Слушай, я всю жизнь удачу ждал. Вот она пришла. Теперь не надо думать, на что жить. Не пускать его. Значит, твой племянник спасли, а другие пусть дохнут? Если не согласен, придется меня убить. Дети. Еще немного. Ребят не виноват, это их работа. Понятые, подойдите. Thank you.
Здорово, товарищ. Вот, проходи-ка. Садись. Вот так вот. А чистого сердца предлагал? От чистого сердца отказался. Так, хоть спиться можно, если я пить сам не забил. А ты сегодня вспоминал. Что, соскучился? Дашка твоя привиделась. Вот по той дорожке кого-то ползла. Или ее тащили. Я не помню. Я вчера не помню. Ты бы лучше водку пил, а не дрянь эту, а то последние мозги с мочой вытекут. А черт, они мне нужны. За упокой от кельтской души. За упокой мог выпить. Человеческая квота с непонятным языком. Это новая реальность, переводчиков не будет. Здесь одна национальность, одноразовые люди.